Обожаю ветреную погоду, жрать волосы мои, все. Что там, защищу тебя, все, давай. О, чайка Лоли, большой апрель защищает его своим щитом. Я уже просто есть. Ты уже к реке пришел? Когда гарнитуру покупаешь... А чего делать? О, а это что за жмых? Раньше его не было. В обратную сторону сбить, да. А? По градуснике мне станет лучше, очевидно. Я уже докурила. Стала пиджак одеть, стою, одеваю. Подходит ко мне пацан, малое вообще. Ну, просто, ну, из эскиза. Смотрит на меня такой. Эй, ты, дай сигарету. Я смотрю на него, говорю, мальчик, сколько тебе лет? Он говорит, ну чё, ты, говорит, ну так. Я говорю, всё, пацан, говорю, давай, пока. А кто трогал-то не в том, ну... Ко мне, блин, к тетке подходит пацан 12 лет. Нет, киса. Кто? К тетке, вот, ты же лоля. Вот был я бы 12 лет. Нас делали по-другому. Нас хитрецы прям крутили этим. Натирали этот градус. Подождите. Потом. Его же можно стряхнуть в обратную сторону, да? Знаешь, что он чем ропал? Надо запрягать этого мальчика. Постоянно сидела, не знаю. Стряхнул не в ту сторону. Я такой, о, вот у меня температура, постриги. 48,8. Мальчик, ты нежить. Да, когда у меня температуру померили. 23. Он просто вещает из седьмого круга ада. Если температура выше 38, ее нужно сбивать, иначе будет плохо. Не, нормально. Да ты просто уже готовишься отойти в мир иной. Я знаю, что в таком состоянии я уже не. Знаешь, это вот какая стадия принятия? Я уже просто есть. Я уже сливаюсь, походу не этого мира. Ты уже к реке пришел. Ты получаешь информацию из космоса? Малолетний фанат на сигареты стреляет. А? Я прям зашутил. Шутка за 300. Да. Прикинь, Джин хилит Рип. Так ладно, господа. Пойду к спаму поздороваюсь, тоже давно его не слышал. Давай. Рад был с вами пообщаться. Удачки, приятной игры. Тут есть еще и госпожи вообще-то. И господа, как бы уважительно к людям, а госпожа это уже какое-то это. Можешь называть меня леди, так и быть. Леди и господа, до свидания. Давай. Давай. Чайка, ты же муховую компанию развернул, я смотрю. Так, спокойно. Приз, танк, джин, дамагер в одном лице тебя похилит. Чайка, походу, с***л мою температуру. Мне кажется, что у меня сейчас 32,2. 23,3. Делай все для тебя. Спасибо, я сейчас отъеду. При какой температуре тело считается мертвым? При нуле. Точно. Слушай, мне космос тут что-то нашептывает. Ты в Хогвартс уезжаешь или что? Да. Именно туда, апрель, именно туда. Нет! О, я вижу. Обожаю ветреную погоду. Жрать волосы мои, все. А, нормальная тема, Алис. Души. А, да, вообще. Я не знал, что я в пальто дома хожу, пока мне не написали в Дискорде об этом. Это не пальто, это по-другому называется. Это тренч. Все, вспомнила, да. Ничего себе. Я так зарухлила моменты на видосе по Хаммервотчу первому, где чайка головоломку разгадывал, просто вспомнила себя. Сейчас быстро порешаю. Нормальная тема.
Чайка, не умирай! Еле отхилил бедолагу. Просто дамажишь, танчишь, хилишь, все в одном, понял? Паладин, здорово. Призраки, это вообще хана. Они жесткие очень. Да, да. Подтверждаю, я вот сейчас примерно призрак. А, это из стены. Да, а я щитом. Ты их там бьешь. Щитом защищу тебя, все, давай. А, не, вот от магии ты хрен защитишь нормально. Вот о, чайка Лоли, большой апрель защищает его своим щитом. Мик, не пишите фанфики, пожалуйста. Фанфик уже складывается в моей голове. О, господи, какой кошмар просто. Дефенс. Сел яблоко. Еще второе! Мы прям как холом. Какой приз в Беларуси? Картоха задувает, летит такая. Там у меня просто озеро. Картофельная река. Чтобы игра классная была. Аккуратно! Ну это рип, чайка. Ну подождите теперь. Снаряды призраков щитом не блочатся, потому что они магические, хоть они и стрелы. Не-не-не. Палыч затащит. Тварь, ты хочешь? Да. Наелся, смотри, как с големов попала лихим. Ну ты меня и похилил, блядь. В смысле? Отошел и завязал хил. В смысле, завязал же? Да, вот. Мимо. Он вешается. Я не знаю, как я умудрился промазать вплотную хила. Я не знаю. Честно. Профессионал на апреле. Да. Гуштяк, ты прошел. Это меня убили. Не-не-не, меня. Да почему? Killed by Leech. А у тебя killed by April, да? Прикол. У нас же линковка была. Да, ну, редко такое бывает. Я никогда не видел такого. Ну... Короче, в зависимости от того, что написано, и иконка, какой-то баф, но там не пишется, что конкретно. Зеркалит 50 дамага с каждого хита по тебе. А, смотри, у меня враги взрываются с 25% шансом при смерти. Ну да, кстати, а тебе бы этот предмет на взрыв. Ну ладно, так тоже ничего, пойдет прям. Да я так волнуюсь, я из скелета развалился. Там есть такой предмет, при убийстве амба с шансом большим падают метеориты, как у мага. Просто. Вообще хана, да. Ну, я просто тихо разговариваю, потому что я сейчас покупаю. Начинаю орать. Или, наверное, броки что делать. Когда гарнитуру покупаешь, как бы, да, думаешь, что майк должен быть неплохой. Я сейчас на охлаждение потратил сопеление. Я все равно хочу себе другой микрофон. На самом деле. Убежал. Моя цель сейчас собрать 100 подписчиков на канале. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не превратиться в сонную тетерю. Спасибо тебе.